На Ставрополье сотрудники Минераловодской полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении. По данным следствия, ночью прямо в центре города молодой человек начал угрожать продавцу магазина ружьем и потребовал деньги. Однако девушка вовремя успела вытолкнуть оружие и захлопнуть окно, после чего неизвестный скрылся. Полицейские выяснили, к преступлению причастен житель Георгиевского района, уже неоднократно попадавший в поле зрения правоохранительных органов. В те же сутки оперуполномоченные совместно с сотрудниками госавтоинспекции задержали подозреваемого на федеральной трассе при попытке покинуть город. Орудие преступления было изъято. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения.